Мы прошли следующий круг. Радостная улыбка на лице призера чемпионата Азии, Московской области и мастера спорта международного класса Константина Макроусова не случайно. Константин только что увидел в прямой трансляции из московских Лужников победу одного из юных боксеров спортивной школы «Виктория», где сам работает тренером. В секции бокса спортшколы «Виктория» тренируются ребята в возрасте от 9 до 16 лет. Многие из них еще во время начального этапа спортивной карьеры становятся призерами всероссийских соревнований. Юных химчан к будущим победам здесь готовят основательно. Мы прививаем детям обязательно, что взрослым нужно помогать. Дедушке, бабушке, если нужна какая-то помощь, обязательно им помогать. И рассказываем про военные истории различные. У нас бывают такие уроки, где ведем беседу с ними. Интересная беседа состоялась в стенах спортшколы «Виктория» одновременно с тренировкой. В рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» жителям рассказали интересные факты из военной истории России. Спорт, он должен быть с малых лет. Так же, как и патриотизм должен развиваться с малых лет, со школьной скамьи, с молоком матери, я бы сказал, даже так. Традиционно во время проведения патриотических уроков спикеры рассказывают о каком-либо значимом событии в истории России или о жизненном пути знаменитых соотечественников. В этот раз в собравшемся в зале поведали о выдающемся полководце Григории Потемкине. Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.